Центр социальных исследований провел опрос среди населения Азербайджана с целью изучения отношений азербайджанцев к возможному совместному проживанию с армянским населением в Нагорном Карабахе. В опросе приняли участие 603 респондента, из них 25,5% мужчин и 74,5% женщин. Более 60% опрошенных азербайджанцев считают нереальным сосуществование с армянами на территории Карабаха. 4,8% респондентов видят совместное проживание возможным в ближайшее время, а 19,4% опрошенных считают, что совместная жизнь двух народов в Карабахе будет возможной через несколько лет. Интересно, что около 30% опрошенных граждан Азербайджана и вовсе считают карабахский конфликт незавершенным. Опрос проводился в Баку, Абшероне, а также в 7 экономических районах страны. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.